сегодня много уже слышали о новых технологиях, которые определяют настоящее будущее. А я предлагаю поговорить о тех, кто придумывает это будущее. Создатели художественных произведений никогда не боялись заглядывать в будущее, показывая нам, как нужно мечтать. Этот урок в жизни Натальи Скидан самый волнительный. Перед ней миллионная аудитория. Телемост сразу в 20 городах России. В родной 9-й переживают и волнуются. Учитель гуманитарного профиля на техническом форуме – редкое явление. Но авторские уроки будущего позволили Наталье Скидан стать частью всероссийского форума «Проектория». Это было, конечно, наверное, дерзко, потому что я понимала, что я учитель русского языка и литературы, и, наверное, на техническом форуме трудно, увидеть свое место. Это очень долго у нас как-то естественные дисциплины, технические дисциплины уходили на второй план. Сейчас они, наоборот, на передовых. А я, как учитель русского языка и литературы, я не хочу оставаться только репетитором к ЕГЭ. Мне хочется видеть действительно, где перспективы развития моего предмета. С Натальей Скидан мы встретились накануне отъезда. Она спокойна и уверена, что все пройдет гладко. И, скорее всего, вернется домой с новыми идеями. В рамках условий форума каждый педагог может взять с собой 3 школьников. Кирилл Кондренко – один из них. Я знаю, что этот форум посвящен профессиям будущего. То, что там будут крупные компании, также туда приедут опыт каких-то посещения таких крупных мероприятий. Во-вторых, какие-то даже больше навыки, знания. И просто, немножко такое предсказание будущего, то есть какие профессии будут актуальны в будущем. Проектория – профориентационный форум. Главная задача – привлечение подростков к занятиям естественно-научной, инженерной и технической направленности. Педагоги обсуждают актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи, а школьники участвуют в мастер-классах и работают над реальными производственными задачами.